селе Кирии Тюлькобасского района живут Тадж-Махал, Карл, Тайсон, астролог Фасанкала и Сапфир. Звучные имена принадлежат легендарным ахалтекинцам, которых разводят на конном заводе. Великолепный скакун по кличке Аман – гордость хозяев. Грациозный красавец не раз занимал призовые места на конкурсах. При этом нрав у Амана весьма крутой. Дрессировке конь поддается сложно. Ему 12 лет. Это скакун гнедой масти. Он неоднократный победитель этапов Кубка мира в России, Узбекистане и Кыргызстане. Это один из самых высоких коней. Высота в холке 171 сантиметр. Эти лошади нежные, им нужен особый уход. Нужно вовремя кормить, давать витамины. Верховых пород лошадей ахалтекинской, кушумской и донской на конном заводе 182. Их постоянно готовят к различным соревнованиям – областных, республиканских и международных уровней. Результаты превосходят ожидания. Благородные животные становятся чемпионами по конным видам спорта за пределами Казахстана. Сейчас готовимся к соревнованиям. В год одна лошадь участвует в 2-3 соревнованиях. Самые ближайшие будут 22 марта. Это областное состязание, посвященное празднованию Наурыза. Здесь у нас есть клуб конного спорта для тех, кто хочет учиться. Наш комплекс соответствует мировым стандартам. Чтобы красавцы были все как на подбор, на ферме делают упор на племенную и селекционную работу. Самых дорогих скакунов здесь не только разводят, но и продают. Благородное животное оценивают по разным параметрам. Важна длина ног, ширина корпуса и даже размер головы. Правда, цену на скакунов владельцы конюшни решили оставить в секрете. Но известно, что конный завод заключил контракт с Китаем. Этой весной в Поднебесную доставят 5 лошадей.